Музыка — это язык чувств. По-настоящему на нем умеют разговаривать только те, кто понимает мелодию как источник непобедимого могущества. А если это волшебное царство объединяет еще и два любящих сердца, нежно бьющихся в унисон, то вдохновенная сила искусства может увести в грезы мыслей, покрывая с головой океаном чувств, морем эмоций и страстей. Семья у меня музыкальная, у меня папа музыкант, у меня, кстати, тетя музыкант, и сестра папы пианистка, и ее дети тоже брат и сестра двоюродные пианисты. Вот. И папа у меня в свое время закончил музыкальное училище, потом он закончил пединститут и преподавал еще русскую литературу, то есть у него два образования, и он преподавал в школе и музыку, и, значит, русский, литературу, и, ну, музыкой очень серьезно занимался, то, что он даже сочинял, и первым моим педагогом музыкальным был именно папа, и он был не по фортепиано моим педагогом, а он со мной вокалом с детства занимался, и я пела, ну, сколько себя помню, в общем, я пела всегда. А мама моя, она большой любитель музыки. Она с детства мечтала учиться музыке, но родители ее после войны не отдали в музыкальную школу. И она вот, выйдя замуж, она начала обучаться на фортепиано самостоятельно. Да? Ну, папа там, видимо, помогал. Она была первым моим педагогом по фортепиано. Меня очень сильно вдохновило. Мы с мамой всегда смотрели по телевизору, во-первых, и балеты мы с ней смотрели. Она очень любила музыку. То есть мама прямо, хотя вот вроде она не профессиональный музыкант, да. И мы всегда смотрели с ней, во-первых, конкурс Чайковского. Раньше же транслировался прям все подряд. И мы все эти туры с ней смотрели, да. И какие-то музыкальные передачи. Потом музыкальный киоск была передача, да. Каждое воскресенье. Вот она каждое воскресенье эту передачу я с ней вместе смотрела. И вот в какой-то передаче показали, как Рихтер играет «Порыв Шумана». Это настолько меня как бы вдохновило, да, что я думаю, вот я буду вот так играть, вот, то есть вот это вот, и я буду пианисткой. То есть вот именно какой-то этот момент, я прямо этот кадр вот сейчас вспоминаю, я вижу вот перед глазами, как вот он по телевизору играет этот «Порыв Шумана». И, в общем, это было, значит, мне где-то 9 лет. Пошла я в музыкальную школу учиться, то есть решила стать пианисткой, стала заниматься. Я родился в музыкальной семье. Родители, мы познакомились в музыкальном училище, они там поженились, когда учились. Мама долгое время работала в хоре радио и телевидения, и я помню, маленький приходил сюда. Затем она долгое время работала в музыкальной школе, преподавала фортепиано. Отец мой баянист, преподавал в Якутском музыкальном училище. Затем он переквалифицировался на настройщика. Так что все мое детство, собственно говоря, оно было связано с музыкой и больше всего с музыкальным училищем. Можно сказать, я вырос на глазах многих преподавателей. И мне отец рассказывал, что
Когда мне было лет 6, приезжал из Новосибирска профессор, и среди многих детей он обратил на меня внимание и, собственно говоря, порекомендовал, чтобы я профессионально занялся музыкой. Вот. И я помню, я маленький был, папа меня отвозил в Новосибирск, и там я проучился какое-то время в спецшколе. Вот. Но потом заболел, и отец забрал, конечно, меня оттуда. Я дальше продолжил свое обучение здесь, в музыкальном училище. Учился в секторе педагогической практики. Вот. Ну, а потом уже в училище я поступил в Москву. И там я, можно сказать, так сформировался. Мы на самом деле, как я поступила, с первого курса параллельно учились. Только Александр Сергеевич был на другом курсе, и мы особо не пересекались с ним. То есть я его в общежитии видела, знала, что есть такой, да, пианист. Он учился на одном курсе с девочкой, с которой мы у одного педагога учились. И я с ней как раз общалась, и какие-то так, ну, где-то в разговорах что-то, где-то я его в репетитории видела, как он занялся. Но мы вообще никак не контактировали. А вот потом его забрали в армию. Ну, я ее помню до армии. Я помню ее, занимающейся активно в репетитории. И просто, видимо, к ней можно, невозможно было даже и подойти, наверное, потому что она, видно было по ней, что она вот тут занималась. И у нее она вся была занята как бы этими занятиями. Вот. А после армии я пришел на третий курс и пришел на ее курс, там, где и она училась. И он попал на мой курс, вот так получилось. И вот это я хорошо помню, значит, такой момент. Это был, по-моему, ноябрь, что ли, где-то месяц. У нас то ли это сольфеджио, то ли гармония предмет был. В общем, у нас проходили в классе с роялем кабинетным эти предметы, сольфеджио, гармония. И такой лысенький приходит, и сразу за рояль, и играть. И мне такая мысль, ну вот, воображает, значит. Сел, только пришел вообще на чужой курс, да, вот появился и сразу там музицировать, себя демонстрировать. Ну, вот это такое первое знакомство. То есть он наш, а у нас две группы были по сольфеджио, вот он в нашу группу попал. И тут мы начали уже активно общаться, потому что мы вместе учимся. Он приходил к нам в общежитие в комнату, мы вместе какие-то готовились предметы, там, литературу, какие-то задания он брал. Мы стали готовиться вдвоем к разного рода экзаменам. Вот. Но серьезно я обратил на нее уже будучи осенью, когда учился на четвертом курсе. Вот. И, наверное, спустя многое прошедшее время, достаточно прошло, и я, наверное, могу точно сказать, что это тот случай тогда, когда дружба переросла в любовь. Был момент тогда, когда, конечно, у меня ёкнуло это где-то там внутри. Я почувствовал, был такой момент, почувствовал, что это именно та девушка, которую я ищу. Я очень хорошо помню, когда у меня что-то ёкнуло, да, как говорится, ёкнуло. Это мы тоже в репетитории были, мы уже много тесно общались, да, постоянно. И он играл осеннюю песню Чайковского. А Чайковский в детстве был моим самым любимым композитором, и «Осенняя песня» это, то есть было, можно сказать, одно из самых любимых произведений Чайковского. И вот он играл Чайковского, и прямо у меня в душе как бы вот этот отклик, да, такой. И что-то раз так, и вот чувства, они заиграли, скажем так, да. Ну и, конечно, то, что мы общались, мы постоянно разговаривали на разные темы, и я чувствовала, что духовно мы близки. Так произведение Чайковского навсегда соединило две судьбы, два сердца. Любовь, внезапно вспыхнувшая под необыкновенные звуки осенней мелодии, превратила жизнь будущих музыкантов в большое гармоничное плавание по волнам жизни. А потом просто мы не могли в общежитии получить комнату, мы пошли и расписались. То есть свадьбы не было. Мы просто пошли, расписались. В кабинете директора это происходило. Пришли наши товарищи нам, свидетели, да. Мы расписались и пошли на гармонию. Так вот. Свадьба была такая. А вот уже спустя много-много лет
5 лет назад мы обвенчались. Вместе создав свое произведение, а именно так можно называть семейный союз наших героев, они смогли раскрыть в себе неведомые прежде силы. Смогли познать истинную тайну музыки, которая, как оказалось, заключается в неиссякаемом источнике любви. Но на период влюбленности, да, я помню, мелодии просто вот откуда. Они постоянно нашли, я их играл. Но мне всегда музыка звучит. Она и снится и по утрам, и по вечерам. Неосознанно. То есть я постоянно слышу не то, что мелодия, а вот некие такие симфонические произведения, которые сложно даже где-то вот на них сконцентрироваться. У меня такое внутреннее постоянное пение есть. Но дома, может быть, мы друг для друга поиграть. И чаще всего вот Саша, он как раз-таки приходит вдохновленный, он что-то там нашел, новое открыл, и он мне играет. Она ведь слушает сердцем не в большей степени ушами-то, а в большей степени своим естеством. Последнее произведение я посвятил дочери. Это последняя фортепианная пьеса, которую я назвал «Стирхи». Она посвящена дочери. Ей очень нравится, и она собирается ее выучить и играть. Она вообще очень активная была, да, то есть ее нужно было все время чем-то занимать. То есть она все время со мной. В детский сад я ее не отдавала, и она от меня... Ну, не отходила практически. Я стала сажать ее еще там около 2 лет ей было. Мы садились за инструмент, я брала ноты с картинками, я ей играла, и она могла это много слушать, и там пела песни ей, да, то есть и она эти картинки, она мне возвращала, и давай еще эту, опять и эту, то есть ей нравилось. Было очень интересно с ней заниматься, потому что она чрезвычайно одаренная, и... Если бы со стороны смотрели, как мы занимаемся, было бы очень странно, потому что у нас, можно сказать, фортепиано не звучало, мы с ней общались. То есть это занятие музыкой, это без инструментов. Мы с ней обсуждали идею, мы с ней обсуждали образ, что очень важно. Вот конкретный образ. Она делилась, она говорила, я, в принципе-то, где-то соглашался, хотя... С педагогической точки зрения я понимал, что она идет своим путем. Но понимая, что она все-таки в этой дорожке находится, именно в реализации своих творческих образов, я, собственно говоря, не навязывал свое, скажем так. Я много играла ей, и потом, значит, я стала песни с ней петь тоже. То есть я вспомнила, как папа со мной в детстве, да, занимался, что мы пели песенки, и я стала с ней петь, и я заметила, что не слух абсолютный. То есть где-то 2 года ей было, и я смотрю, что она начинает петь точно с той ноты, в которой песню я там до этого играла, допустим, да, и поняла, что у нее абсолютный слух, и я начала... Потихонечку, где-то это 3 уже года ей было, наверное, немножко с ней, ну, учить ее и нотам, и играть на инструменте, но это не было вот как бы планомерно, это было так хаотично где-то что-то. Пела регулярно с ней, да, пела, вот ей играла музыку какую-то, она сама садилась, кстати, сочиняла, там, говорила, вот это про то-то, я смотрю, у нее, кстати, руки... Очень такие хорошие. И уже где-то, напомню, в 4 года в ДШИ в каком-то классном концерте первый раз там у нас играла 2 произведения. Внучка у нас вообще гений. Да, она с детства до того была интересна. И самое главное, что первые дни я с ней занималась, стихи читала. Мы с ней ходили, стихи читали, она перед людьми встала, не стеснялась тогда ничего. Так, да, я ходила, мы с ней танцевали там, а я работала в клубе, в библиотеке, приводила ее в библиотеке, мы там с ней выделывали и танцевали, и все, она, значит, показывала все, что она может.
Я к дочери отношусь с большой любовью, и она для меня особенная, это безусловно. Это плод нашей любви с Оксаной, и это я постоянно чувствую. На самом деле у меня было очень счастливое детство. Родители всегда старались, чтобы мое детство было каким-то особенным. Не знаю, ну вот я в детский садик не ходила, они меня развлекали по-всякому. И вообще папа мной очень много в детстве занимался. Ну, мама тоже. Но я помню, как мы с папой в основном очень много времени вместе проводили, играли. Вот логические игры какие-то он устраивал со мной. Ну, развивал по-всякому. Закаляли меня. Анастасия Джан с отличием окончила Академический музыкальный колледж при Московской государственной консерватории имени Петра Ильича Чайковского. Сегодня она продолжает свое обучение в Берлинской консерватории. Я помню, как я слушала «Страсти по Матфею» Баха. Я была маленькая еще. У нас была пластинка. Там был изображен Иисус в терновом венце. И я помню, как я тогда слушала эту музыку. И действительно, наверное, что-то перевернулось для меня. Я помню, я тогда плакала даже от этой музыки. И у меня в детстве потом самым любимым композитором был Бах. Он и сейчас любимый. На него наложились какие-то еще другие композиторы, которых я тоже боготворю просто. Но Бах всегда останется особенным. Конечно, Бах, Йоганн Себастьян. Его можно слушать бесконечно. Это божественное дитя, да, очень настоящая, хорошая, да, музыка. Она не просто вдохновляет, она пробуждает именно вот эти божественные. А я человек религиозный, да, она пробуждает вот эти божественные чувства, она помогает стать лучше, чище и вдохновляет именно на то, чтобы отдавать вот это вот хорошее, опять же, своим ученикам, да, и просто тем, с кем ты общаешься, то есть она очень сильно вдохновляет. Есть композиторы, которые, ну, прямо, вот я слушаю музыку, и у меня вот внутри все, ну, трепещет, да, то есть и именно вот чувство любви очень сильное, оно разгорается, да. Почему я говорю, что нужно обязательно детей учить музыке, да? Конечно, у всех по-разному, но иногда бывает, что не сразу. С возрастом они все равно осознают, и все равно вот то, что там заложено было когда-то, да, вот какая-то связь, она все равно росточки дает. Аида Филиппова, ей 7 лет, она из города Якутск.
Аида учится в Якутском музыкальном колледже имени Жиркова у Оксаны Юрьевны Честных. Моцарт, соната для фортепиано номер 16, первая часть, Слонимский, Дюймовочка. Аида Филиппова – одна из талантливейших учениц Оксаны Юрьевны Честных. И у педагога, и у ученицы имеются исключительные природные музыкальные данные. Юная пианистка и ее преподаватель обладают абсолютным музыкальным слухом, чувством ритма и тембра, образным мышлением. Все это позволяет оттачивать мастерство и творить. Ну а что может быть прекрасней, когда создаются великолепные музыкальные тандемы? Муж и жена, отец и дочь, учитель и ученик. Ученика важнее, чтобы они обрели самостоятельность, чтобы они научились самостоятельно мыслить, самостоятельно оцениваться и развиваться. Наверное, важно, нежели там какие-то приемы, показатели, какие-то нормативные вещи. Это можно быстро ухватить, там зависит только от каких-то специальных способностей. Но так как музыка – это не только вот, скажем так, набор каких-то требований, это больше, соответственно, для меня важно, чтобы студент, когда он выпустился, мог самостоятельно приступить к поискам